Здравствуйте, дорогие друзья! Я докторина Березовская. Буквально час тому назад, в течение часа, вот последнее, вы меня штурмовали массой-массой своих вопросов. И 80% вопросов было на тему беременности, поэтому как-то странно говорить о том, что люди даже не читают и не смотрят мои многие публикации, книги по беременности. Но сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы, но не на ваши вопросы. Сегодня у меня в гостях очень уникальный специалист Анна Владимировна Исаева, кардиолог. Вот как раз я вижу, она присоединяется. Значит, Анна Исаева – это кардиолог, это терапевт. Здравствуйте, Анна. Добрый вечер. Я о вас рассказываю. Это кандидат медицинских наук и специалист по функциональной диагностике и УЗИ-диагностике. И тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это тема гормональных контрацептивов, в первую очередь таблетированных форм, то есть, как мы говорим, КОК, комбинированные контрацептивы, и влияние как раз на сердечно-сосудистую систему, потому что если кто-то из вас хотя бы когда-то открывал инструкцию по применению гормональных контрацептивов, вы увидите, что в противопоказаниях есть довольно серьезные заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, и также в побочных эффектах есть очень серьезные осложнения, которые могут быть со стороны сердечно-сосудистой системы. Поэтому у нас сегодня очень объемная тема. Повторю всем, кто присоединяется, значит, сейчас, я не буду отвечать на вопросы гинекологические, акушерские, потому что мы обсуждаем тему КОК и гормональной, и сердечно-сосудистой системы. Итак, перед тем, как я дам слово моему уважаемому гостю, хочу сказать немножечко пару слов о том, что определяет контрацептивный эффект гормональных контрацептивов, какие входят туда ингредиенты, и дам в дальнейшем объяснить моему специалисту возможность влияния этих ингредиентов на сердечно-сосудистую систему. Если рассмотреть историю всех гормональных контрацептивов, которые когда-либо существовали с момента их создания, это был как раз перед Второй мировой войной, 1934 год или даже чуть раньше, и потом в дальнейшем их разрабатывали уже. Это было, кстати, Гедеон Рихтер, а позже разрабатывала американская сторона. Так вот, все, без исключения гормональные контрацептивы, основаны на прогестероновом действии, то есть на подавлении овуляции, поэтому они включали только раньше синтетические прогестины, то есть синтетический прогестерон. Позже, чтобы как раз получить лучшее нарастание эндометрия и дальше, когда ввели 28-недельный дневной режим, извините, приема контрацептива, значит, это как раз добавка эстрогенного компонента позволила получить лучшее нарастание эндометрия и более продуктивные кровотечения отмены, что воспринималось как искусственные месячные. И было воспринято женщинам более положительно. Однако и эстрогены синтетические, в основном это этинил эстрадиол, и это различные прогестины. Это гормоны, это стероидные гормоны. И как любые стероидные гормоны, имеют плюсы и минусы, в том числе воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Итак, слово вам, Анна Владимировна. Вот. Добрый вечер, да. Позвольте поблагодарить, Елена Петровна, в первую очередь вас за приглашение к вам в профиль, в ваш прямой эфир. Это большая честь для меня участвовать в сегодняшнем обсуждение очень важной темы. Итак, вот в сторис у себя я размещала голосование о том, чтобы для того, чтобы выяснить процент среди подписчиков, которые женщины, которые принимают оральные контрацептивы комбинированные. Вот по данным моего опроса получилось, что всего лишь 18% подписчиц принимают оральные контрацептивы. Ну, а по данным мировой литературы, тут вы можете меня поправить, в среднем где-то от 10 до 30% женщин пользуются данным средством контрацепции. На прошлой неделе, когда мы разговаривали в прямом эфире с гастроэнтерологом о профилактике артериальной гипертензии, мы обсуждали один такой пункт, который у нас в клинических рекомендациях звучит. Женщинам с повышенным давлением
клинические рекомендации Российского общества кардиологов рекомендуют не пользоваться данным видом контрацепции, если они находятся в группе риска. Вообще, по большому счету, как может кардиолог повстречать пациентку, которая принимает или планирует принимать оральные контрацептивы, таблетированные препараты? В первую очередь, если данную пациентку направить на прием к кардиологу гинеколог, который заподозрит у нее наличие факторов сердечно-сосудистого риска. То есть кардиолог, он не определяет показания для выбора вида контрацепции, определяет его женщина вместе с гинекологом. И если у гинеколога имеются анамнестические какие-то сведения о женщине, которые заставляют заподозрить наличие у нее факторов сердечно-сосудистого риска, о которых сейчас немножко погодя я скажу, для того, чтобы сделать выбор в пользу данного метода контрацепции, она должна посетить кардиолога. Так вот, какие это факторы риска? Это есть у нас регулируемые и нерегулируемые факторы риска. К нерегулируемым то, что, на то, на что мы не можем повлиять, относится пол, но, к счастью, мужчины больше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний в возрасте, сравнимым с женщинами. То есть у женщин сердечно-сосудистые риски начинаются после 65 лет, гораздо позже. И происходит это благодаря тому, что эстрогены, наши натуральные эстрогены, пока женщина менструирует, защищают ее от развития сердечно-сосудистых заболеваний и от их прогрессирования, потому что эстрогены... Можно я поправлю, что, в принципе, риски, мы здесь говорим о нормальном весе тела и, скажем, отсутствии других дополнительных рисков в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, как курение. То есть мы говорим о реально здоровых женщинах, у которых нет других рисковых факторов, потому что если есть дополнительные риски фактор, то, конечно же, эти риски значительно увеличиваются даже в более молодом возрасте. Да, они нивелируются. Второй нерегулируемый фактор риска, это третий, да, получается, первый пол, затем возраст. Женщины в более пожилом возрасте начинают страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями. И третий нерегулируемый фактор риска – это отягощенная наследственность. Что значит отягощенная наследственность? Это если прямые кровные родственники, мама либо папа, переносили острое сердечно-сосудистое событие, инфаркт или инсульт, в возрасте для мужчин до 55 и для женщин до 65 лет, соответственно. Это те факторы, на которые мы повлиять не можем. А дальше следует более 200 по разным источникам факторов риска регулируемых. Ну, на первом месте, как вы уже правильно подметили, стоит избыточный вес и ожирение, курение, нарушение липидного обмена, повышение артериального давления, повышение уровня мочевой кислоты и, ну, далее по убывающей множество еще других факторов риска, более редко встречающиеся. Также, если женщина имеет в анамнезе уже какое-то установленное заболевание, например, мы сейчас нередко видим молодых женщин с пороками сердца, врожденными, в том числе оперированными. Да? Эти женщины все равно живут своей обычной жизнью после операции, они нуждаются в том или ином методе контрацепции, они рано или поздно беременеют и идут рожать. С ними мы тоже уже научились работать. И это большая очень когорта женщин с различными нарушениями ритма. Здесь следует обращать внимание не только на сердечно-сосудистые риски как таковые прямые, но и на риски, связанные с нарушением коагуляционных способностей крови, гемостаза и риски инсульта, соответственно. Вот для того, чтобы кардиолог определил, безопасно ли для женщины назначение оральных контрацептивов, он будет основываться на шкале рисковой. То есть у нас, наверное, так же, как и в гинекологии, в акушерстве, очень много лет, десятки лет существуют рисковые модели для прогнозирования исходов у той или иной группы пациентов. Вот для определения сердечно-сосудистого риска как раз все перечисленные выше мной факторы врач и будет использовать. То есть возраст, фактор наличия курения, уровень систолического артериального давления и уровень общего холестерина крови. Вот на основании этих факторов будет оценена степень риска. Если риск очень высокий или высокий, значит, однозначно оральные контрацептивы противопоказаны для данной пациентки. Если риск умеренный, мы дальше
просим пациентку пройти ряд уточняющих обследований для того, чтобы выявить у нее какие-то скрытые поражения органов мишеней, которые могут сопутствовать, например, повышенному давлению, повышенному холестерину и так далее. И если пациентка входит в низкий риск, тогда, безусловно, оральные контрацептивы могут быть назначены. Я хочу просто сказать пару слов о том, что, во-первых, влияние риска может быть разное в зависимости от тех форм контрацептивы, которые мы выбираем. И, скажем, те контрацептивы, которые требуют усвоения через печень, то есть желудочно-кишечный тракт, печень, и дальше распространяются по крови как метаболиты, они имеют куда больше влияния на организм и на сердце, могут повышать больше кровяное давление, чем те контрацептивы, которые, мы говорим, местно влияют, то есть через кожу, через влагалище, когда используют, например, эти кольца, или скажем, через пластыри. Инъекции, которые тоже используют, они, наоборот, могут иметь куда худший эффект, в том плане, что их нельзя забрать из организма. То есть, если вы уже ввели, нужен определенный период для их распада. Но вот как раз говоря о том, что кардиолог должен... Многих такое, скажем, немножко поверхностное понятие, что кардиолог занимается только сердцем. И многие не понимают, что в сердечно-сосудистые заболевания входят не просто проблемы именно с сердцем, а те проблемы, которые начинаются с поражения сосудов и приводят, например, гипертония и, скажем, ряд других, да, и получается, что все-таки для врача-гинеколога, который назначает, важно не спрашивать, у вас болит сердце или как у вас там сердцем, а уточнять как раз анамнез более глубокий, в том числе вот наличие повышения давления, то есть гипертонии, в том числе в роду и тому подобное. И вот эти случаи, так, скажем, как мы в английском это называется, значит, accident, то есть вот эти сердечно-сосудистые катастрофы, то есть и в принципе это так. Знаете, что, конечно, большой минус, который мы сейчас наблюдаем, что практически даже Американская ассоциация акушеров-гинекологов отказалась от очных визитов женщин к врачу при назначении гормональных контрацептивов и вообще против рецептов, потому что все-таки в Канаде и в США все контрацептивы без исключения, кроме экстренной контрацепции, продавались только по рецептам, сейчас рекомендации, что можно уже брать без рецептов. И вот здесь большой минус, потому что многие женщины остаются как бы в тени непонимания того, что у них могут быть реальные риски и противопоказания для применения гормональной контрацепции, особенно таблетированной. И в принципе мы с вами еще, значит, мы как раз обсудим больше о том, как обезопасить себя в выборе кок, тем более, что во многих, даже я знаю, аптеках российских, белорусских, казахских, украинских, женщина может зайти в аптеку и взять любой гормональный контрацептив. Иногда врачи говорят, берите какой хотите, на свой выбор. Что я считаю, конечно, тоже неправильным. Давайте мы с вами поговорим, в принципе, о том, с какими вот... Мы поговорили о факторах, мы поговорили о шкале, и давайте мы немножко поговорим о безопасности назначения гормональной контрацепции с точки зрения кардиолога, то есть как это делает врач, например, скажем, у той шкалы, которую он определяет. Что еще вы можете посоветовать женщине в этом случае? Да, давайте остановимся на тех состояниях и заболеваниях, на которые кардиолог обратит внимание при опросе женщины. Я так понимаю, что в Америке и в Канаде также не требуется какое-то дополнительное лабораторное исследование, то есть не берется кровь на сахар и на холестерин, да? Это не врача, то есть врач должен определить, нужно дополнительное обследование. Ну да, это немножко страшно, потому что, безусловно, высокий холестерин, высокий сахар и зачастую повышенное давление могут никак себя не проявлять и не беспокоить. Об этом мы узнаем только, когда это сделаем. Поэтому начнем с влияния на липидный спектр
чаще всего, и в инструкции к препарату, да, и с запросом пациентки работаем по поводу того, влияет ли прием оральных контрацептивов на изменение параметров липидного спектра. Здесь можно ответить «да, влияет», причем достаточно разнонаправленно. Если мы уже так коротко коснулись того, что эстрогены действительно благоприятно влияют на уровень липидного спектра, особенно в новых, новейших препаратах, о которых вы упомянули, то есть они способны увеличивать уровень липопротеидов высокой плотности, защитной антиатерогенной фракции и белков, которые их переносят, так называемые АПА-белки. Тогда как прогестогены, другой компонент оральных контрацептивов, они оказывают обратное влияние и могут усугублять имеющиеся или вызывать новые изменения липидного профиля, то есть повышать уровень липопротеидов низкой плотности. Это те частицы липидного профиля, которые называют атерогенными, которые, накапливаясь в сосудах, являются основной причиной формирования липидного ядра атеросклеротической бляшки, то есть служат, то есть это причина всех сердечно-сосудистых заболеваний. Также прогестогены могут повышать уровень триглицеридов крови и влиять на содержание АПБ-белка, переносчика данных фракций липопротеидов атерогенных. Но, насколько мне известно, современные контрацептивы оральные содержат очень малое количество активного вещества, и поэтому их влияние на липидный профиль не столь агрессивное. И при сроке приема 1-3 года, вы, может быть, меня подкорректируете, как акушер-гинеколог, какова обычно длительность в среднем по результатам, может, клинических исследований или ваших наблюдений? Сколько лет пьет обычно одна женщина? Вы знаете, я вас удивлю, но как раз до 60% женщин бросают гормональные контрацептивы в течение года. Почему там другие побочные эффекты, там болезненная грудь, нерегулярные циклы и прочее. Те, что остаются, они принимают в основном до 5 лет, то есть средний показатель до 5 лет. Есть женщины, которые принимают и по 10, и по 20, и по 30 лет. Есть женщины, которые просто меняют контрацептивы. Но в отношении липидного обмена, наверное, вы слышали тоже, и я мне часто задают вопрос, поправляется ли на гормональных контрацептивах. И некоторые говорят, что я набрала много, а другие говорят, я ничего не набрала, или килограмм. В реальности исследования показывают, что у здоровых женщин, у которых нет предрасположенности к нарушению этого липидного обмена, что может быть, кстати, генетически предусловлено. Совершенно верно. Значит, у них набор веса, уже все говорят, набор веса обычно килограмм-полтора в течение 3 лет приема гормональных контрацептивов. Но есть женщины, которые, кстати, действительно поправляются на 6, на 10, даже больше килограмм за довольно короткий период приема гормональных контрацептивов. И, кстати, этим также объясняется, почему, например, у женщин после рода у некоторых идет набор, сильный набор веса, при том, что они питаются хорошо, двигаются нормально. И как раз суть в том, что действительно нарушение этих обменных процессов, липидного обмена и жирных кислот, как раз связан с тем, что, во-первых, гормональные перестройки, и поэтому это наблюдается и после рода, и плюс, когда принимают даже гормональные контрацептивы, действительно, женщины, которых прием гормональных контрацептивов может оказать куда больше негативный эффект на липидный обмен и, в частности, повысить даже уровень ожирения, а многие другие риски даже в плане сердечно-сосудистых заболеваний. Например, если дислипидемия, есть такое заболевание, которое есть различные типы дислипидемии и так дальше, их редко ставят, потому что мало кто обращает внимание на уровень холестерола, говорит, вы плохо едите там или вы едите много жирного и так далее. В реальности могут быть дислипидемии. Так прием гормональных контрацептивов у таких людей мало того, что может еще больше нарушить жировой обмен, он может повысить как раз уровни инфаркта, инсульта, то есть эти сердечно-сосудистые серьезные осложнения. Поэтому, к сожалению, эту как раз группу должен определять, если не семейный врач, то хотя бы акушер-гинеколог, и я считаю, что должен быть анализ не просто на холестерол, но на липидный, липидная спектр, картина. Спектр, профиль.
спектр, липидный спектр, потому что нужно вовремя выявлять таких женщин, чтобы не навредить им назначением гормональной контрацепции. Да, Елена Петровна, ну, вы знаете, вот что связано с набором веса, когда год назад я писала подобный пост в своей ленте с акушером-гинекологом, обратили внимание еще на один аспект действия этинил-эстрадиола, который содержится в оральных контрацептивах, который может влиять, который влияет на углеводный обмен. Да. И он гораздо быстрее приведет к нарушению, ну, к набору веса, потому что он в первую очередь связан с повышением уровня глюкозы в крови, повышением уровня инсулина и увеличением инсулинорезистентности. И это тот факт, который может привести женщину, допустим, не знающую о таких проблемах или имеющую небольшой избыток массы тела, то есть индекс массы тела 25 до 30, это еще не ожирение, это избыточная масса тела. Ну, вот она начинает принимать оральный контрацептив, у нее растет вес, у нее происходят эти сдвиги в углеводном и липидном обмене, и она может перейти в когорту пациентов с сахарным диабетом второго типа. И тут уже закрутится, да, действительно, все по такому пути, когда и в геометрической прогрессии растет риск инфаркта, инсульта и других осложнений сердечно-сосудистых. Я с вами соглашусь, потому что вот даже брать всем известный синдром поликистозных яичников, который ставят направо-налево, но он действительно есть у ряда женщин, и там одна из проблем – это как раз нарушение углеводного обмена, инсулинорезистентности и жирового обмена. Причем есть различные как виды, которые мы называем фенотипы синдрома поликистозных яичников, их там более 15, по-моему, или более 13, и фактически развитие событий может идти разными сценариями, и как раз нарушение обмена оказалось, что когда начали изучать гены, которые вовлечены в синдром поликистозного яичника, оказалось, что это все гены, которые вовлечены в обмен веществ. Одни нарушают липидные, другие углеводные, третьи связаны с инсулинами. И поэтому у нас нет одного сценария, универсального сценария для развития синдрома поликистозных яичников. И вот как раз эти женщины, у которых есть определенные поломки на уровнях обмена веществ, будь то липидный обмен, то есть обмен жиров, будь то значит, обмен углеводов. И, собственно говоря, почему мы говорим, что высокие, например, дозы вот первые, они были более опасными, потому что они как раз и вызывали больше осложнений со стороны углеводного обмена. Сейчас многие гормональные контрацептивы уменьшились в дозах, именно негативные, и я думаю, что они будут улучшаться все равно со временем, и будет подбираться оптимальные и синтетические прогестины, прогестерон, значит, и синтетический эстрадиол. Вот. Но вот знаете, как раз мало кто обращает внимание, что происходит в семье с родителями этой женщины, то есть если у них сахарный диабет, даже элементарный, потому что это все равно нарушение обмена, если у них какие-то проблемы, что может включить вот этот, как говорится, флажок красный, что эту женщину нужно проверить детальнее, потому что она кандидат по осложнениям, которые усугубятся фактически применением гормональных контрацептивов. Я не против гормональных контрацептивов, но я имею в виду, что это гормоны, это лекарства, которые, это стероидные препараты, которые должны назначаться, использоваться с умом, осторожно и не во всех, без исключения, случаях. То есть иногда стоит посоветовать женщине другой вид контрацепции, а не говорить, извиняюсь, говорить, что подбери себе сама, или там ничего тебе плохого не будет. А все глотают эти гормоны, и ты, короче, глотай эти гормоны. Один из таких тоже факторов, как повышение кровяного давления, на который мало кто обращает внимание, тоже должен учитываться очень часто. Я знаю, списывает на вегетососудистую дистонию, эти, например, головные боли, повышение кровяного давления. Говорят, у молодой женщины не может быть повышенного кровяного давления, потому что куда там, это удел стариков иметь гипертонию. Но в реальности вы как кардиолог, вот что можете сказать в плане повышенного давления и что мы видим у современных женщин в отношении гипертонии?
Да, Елена Петровна, разрешите я точку к предыдущему пункту поставлю. То есть при нарушениях липидного обмена абсолютным противопоказанием с позиции кардиолога к назначению оральных контрацептивов будет наличие у пациентки гомо- или гетерозиготной формы семейной дислипидемии. Определить это мы можем при сборе анамнеза, осмотре и сдаче липидного профиля. Что касается повышенного давления, на самом деле это тема, которая сейчас распространяется среди молодых. Средний возраст обращения женщин с повышенным давлением от 20 до 35 лет. Кто-то впервые сталкивается во время беременности, кто-то переходит после беременности из гестационной артериальной гипертензии уже в настоящую гипертоническую болезнь, с которой живет. А часть женщин действительно имеет какие-то генетические формы нарушения функции нейрогормонов, которые отвечают за формирование сосудистого тонуса, и тоже могут длительно не знать об этом. Ну, при профосмотрах или при посещении врача у нас каждый специалист, вот это входит в правила осмотра пациента, измеряет артериальное давление. Я знаю, что акушеры-гинекологи тоже это делают. Поэтому, безусловно, вот, наверное, 10 лет назад любая форма артериальной гипертензии являлась абсолютным противопоказанием к назначению оральных контрацептивов. На сегодняшний день пересмотрены правила, и, например, отсутствие поражения органов мишени при артериальной гипертензии, то есть первая стадия ПАВОС, позволяет попробовать назначить данную группу препаратов для контрацепции и проследить за состоянием женщин. Но по данным клинических исследований и регистров, при длительном приеме, то есть более одного года, где-то у 2% женщин может развиться стойкое повышение артериального давления и может случиться дебют артериальной гипертензии. Реализуется это за счет приходящего увеличения уровня альдостерона. Это один из гормонов ренино-ангиотензиновой системы, тех самых нейрогормонов, которые регулируют сосудистый тонус периферических сосудов. Альдостерон, в свою очередь, воздействует на ренин-ангиотензиновую систему, стимулируя выработку ангиотензина 2, что ведет к спазму сосудов. Спазм, сужение просвета вызывает системное повышение артериального давления. Описывают этот эффект как приходящий, то есть где-то в среднем за 3 месяца регулируется система взаимодействия. У нас все гормональные системы между собой связаны. Я думаю, что вы лучше об этом, как акушер-гинеколог, расскажете. Да, и наш центральный орган регуляции гипофиз должен подстроиться. Надпочечники к приему оральных контрацептивов. Проходит 3 месяца, уравновешиваются эти взаимосвязи, влияние на альдостерон уменьшается, и артериальное давление может выровняться. Так происходит в большинстве случаев, когда... Да. Потому что действительно, почему мы говорим, что мы даем 3 месяца на адаптацию организма к гормональным контрацептивам, и негативные, ну, такие ощущения, даже нерегулярность цикла или, скажем, незначительное повышение в начале кровяного давления, это действительно наблюдается. И, собственно говоря, мы как раз правильно, мы даем, потому что приблизительно после 3 месяцев все вот эти адаптативные, так сказать, все вот эти уровни, балансы должны прийти в норму, то есть мы должны получить как бы нормальный уже эффект и без вот этих всплесков неожиданных или, скажем, без повышения давления, без мигрени и прочего. Я с вами здесь согласна. Вот, но что я хотела сказать, вот вы затронули ангиотензивную вот эту, значит, именно почечниковую и надпочечниковую систему регуляции кровяного давления. Я лично встречалась с пациентками, у которых было кровяное давление, даже не подозревали почечного происхождения, то есть ренальная гипертензия, потому что все другие показатели были нормы, никто не обратил внимания, что у нее, значит, что у этих пациентов были проблемы со стороны как раз почек и кровоснабжения почек. Собственно говоря, если говорить о гормональной контрацепции и, скажем, не классическая, не эссенциальная гипертония, скажем, то есть не классические формы, влияют ли они, с вашей точки зрения, вот как кардиолога, который занимается вопросами гипертонии, влияют ли они на повышение давления у этих людей? Безусловно, влияют. То есть это особая отдельная форма артериальной гипертензии. Она называется симптоматическая. То есть когда повышение давления является симптомом, ну, здесь в частности, заболевания почек,
паренхимы, то есть ткани почек, чаши лоханочной системы или сосудов, вазоренальная артериальная гипертензия. Mm-hmm. Это точно такое же течение заболевания с теми же сердечно-сосудистыми рисками и исходами, да, к сожалению. Иногда оно протекает даже в разы более злокачественно и хуже поддается терапии. В остальном, да, оно, да, не отличается. В том-то и дело, что действительно это симптоматическое, намного ее тяжелее лечить, чем классическая эссенциальная гипертония, потому что здесь подобрать препараты, которые бы воздействовали при определенных же поломках, не так просто. Их же может быть разные, эти поломки. То есть здесь я с вами, конечно же, согласна. И, к сожалению, женщины, у которых есть незначительное повышение или периодическое повышение кровяного давления, они списывают это, например, там понервничало или еще что-то, они не смогут оценить в реальности, какой вид гипертонии у них есть, и это может оказаться роковым таким моментом, когда они начнут принимать гормональные контрацептивы, которые им совершенно не показаны, или ту форму, которая может привлечь к еще худшим последствиям. Угу, да. Еще такой момент. Есть исследования, которые показывают, что гестогены третьего поколения, которые содержатся в ряде препаратов, я, к сожалению, ни торговых названий, ни марок не знаю. И, много, на самом деле. Что они, наоборот, обладают антиминералокортикоидным действием, то есть они не вызывают повышения артериального давления. Возможно, вот эту группу препаратов можно рассматривать при назначении данного вида контрацепции пациенткам, которые имеют риск повышения артериального давления. Да, здесь, безусловно, при сборе анамнеза уточняйте. У нас с 2019 года Европейский конгресс кардиологов ввел до этого несуществовавший фактор риска как повышение давления у родителей. То есть раньше мы рассматривали только какие-то фатальные, да, конечные точки, инфаркт, инсульт у родителей, а сейчас должны выяснять, есть ли повышение давления у родителей. Это тоже влияет на оценку риска у данной пациентки. Вот у меня по теме повышения давления, наверное, все в этом аспекте. Хорошо. Можно перейти к следующему аспекту. Это вероятность развития ишемической болезни, инфаркта миокарда. На самом деле мы уже коснулись этого аспекта. Здесь можно рассматривать повышение риска с двух позиций. Первый мы уже обговорили, это влияние на липидный обмен и вероятность субклинического, то есть такого, о котором вы не узнаете, не вызовет симптомов роста атеросклеротической бляшки, потому что до достижения определенного уровня сужения сосудов никаких жалоб у пациента не бывает, пациентки. Нет болевого синдрома, нет каких-то других изменений. А второй компонент повышения риска – это влияние на систему гемостаза, потому что инфаркт у нас чаще возникает не из-за того, что бляшка очень большая и сильно перекрывает просвет. Бляшка растет медленно, да, бляшка растет медленно, поэтому кровообращение перестраивается за счет того, что образуется коллатеральный кровоток, то есть в обход места сужения, либо рост новых сосудов, ангионеогенез, либо включение каких-то коллатеральных путей сообщения, которые в обход этой бляшки нормально кровоснабжают миокард. А вот тромбоз – это острая ситуация, которая возникает внезапно и может вызвать закупорку артерии, нарушение кровотока. Если кровь не поступает в миокарду больше 20 минут, возникает ишемия. Ишемия может перерасти в некроз, то есть гибель клеток миокарда, который называется инфаркт миокарда. Эта ситуация, конечно, редкая, она казуистичная, и это должны быть какие-то наследственные изменения системы гемостаза, о которых, к сожалению, тоже на потоке мы не узнаем никогда, если не проведем специального обследования. Причем это не коагулограмма, это все-таки генетика. Но я хочу сказать, что сейчас пошла мода, особенно на территории постсоветских стран, это определение вот генов тромбофилии, потому что пугает, что женщина не выносит, что там тромбозы плацента, что там. В реальности во всем мире, если говорят о тромбофилии, мы как раз боимся вот этих тромбозов, которые могут также увеличивать риск тромбоэмболии, то есть отрыв тромба, и значит, это катастрофическое, почти фатальное состояние. И никакого, например, отношения имеет к вынашиванию или там к сохранению беременности, к
тромозу плаценты и прочего, там совершенно другие, как я как гинеколог говорю, там совершенно другие как бы взаимоотношения и механизмы, значит, обмена, ну и коагулограмма и прочее. И действительно, если брать даже коагулограмму, на которой всех направо и налево направляют женщины, это вот D-димер и фибриноген, который значительно повышается у беременных женщин, значительно, то ясно, что здесь идет спекуляция. Но вот самое интересное, что когда всех пугают тромбозами, особенно плаценты и невынашенной беременности, мало кто из врачей обращает, что если действительно есть тромбофилия, причем есть высокого риска, есть низкого риска по тромбообразованию, то мы как раз говорим о высоких рисках инсульта, высоких рисках миокарда, потому что и это не будет во время беременности. И вот, собственно говоря, у таких женщин, у которых есть действительно подтвержденная тромбофилия высокого риска, есть, они, им практически противопоказаны гормональные контрацептивы. И вдруг узнаешь, что они до этого принимали гормональные контрацептивы, потому что не планировали беременность, и вдруг они принимают после завершения беременности, потому что все вдруг забыли, и не нужно колоть этот клексан больше, и все забыли, что у них тромбофилия. Mm-hmm. Вот, собственно говоря, вот как раз вы затронули, что коагулограммы недостаточно. Генетический аспект, он важен. Но далеко ведь не все, скажем, генетические факторы говорят о том, что есть заболевание. Все-таки мы должны четко как раз разделять, у кого высокий риск по всем вот этим тромбозам и вот этим сердечно-сосудистым осложнением, а у кого нет. И вы также упомянули ВОЗ. Действительно, ВОЗ, вот что там есть там для врачей, да и вообще для людей, это открытый доступ. И у них есть чудеснейшая таблица, вот вы там называли категории, все, где разным цветом выделены группы, зеленые, красные, желтые, то есть где намного-много страниц, что даже, скажем, человеку, у которого есть какое-то подозрение, скажем, или особенно это для врачей очень удобно, любых врачей, зайти и посмотреть, какую категорию, зеленую или красную, входит конкретно женщина, и можно ли ей назначать гормональную контрацепцию или нет. Я права? Да, вы правы. Да, и здесь, знаете, какой интересный момент мне вспомнился, что в инструкции к препарату, к оральному контрацептиву, обязательно отдельным пунктом выносится курение. И вот что касается риска развития инфаркта миокарда, то по данным клинических исследований относительный риск инфаркта миокарда у курящих женщин, особенно у многокурящих женщин, в 10 раз превышает таковой при приеме оральных контрацептивов. То есть, если женщина курит, больше шансов за то, что ей оральные контрацептивы не будут назначены, потому что вместе с, допустим, наличием каких-то еще двух факторов риска, например, возраст старше 35 лет и наличие у родителей сердечно-сосудистых заболеваний увеличивает у нее ее риск перенести инфаркт больше, чем в 10 раз. Это значительная цифра. Это очень много. И вот как раз минус тот, что когда говорят, что идите сами, выберите себе, какой хотите, что рецепта не надо, что это ваше личное применение, а в реальности это не леденцы. То есть мы фактически пускаем на самотек очень серьезную проблему, которая может возникнуть, это повышение вот этих сердечно-сосудистых заболеваний именно в худшем варианте. И вот знаете, что я заметила? Что когда даже в развитых странах и вообще, когда, например, умирает женщина в довольно предельно молодом возрасте, то есть, скажем, 35-40, то есть это не слишком, скажем, такой старый возраст, и когда списывает это, например, там инфаркт и так дальше. Никто ведь не учитывает, принимала на гормональные контрацептивы даже месяц до того, что произошло, или даже 3 месяца. Потому что эффект воздействия гормональных контрацептивов, он есть в течение нескольких месяцев, и даже некоторые говорят в течение года-двух. То есть даже если она перестала кормить, перестала использовать, но
скажем, у нее все равно эти риски не понижаются сразу, они все равно продолжают понижаться медленно, а если она еще и курит или есть дополнительные риски, то скорость замедления вот этого негативного эффекта уменьшается. И это большой минус, к сожалению, что мы действительно в реальности не знаем уровень смертности от кока, ну, от того, то есть когда кок имела непосредственное воздействие и осложнила ситуацию, привело к тому, что мы имели в дальнейшем, то есть в жизни этой женщины. Значит, мы, у нас очень много вопросов, которые мы бы хотели обсудить, потому что тема очень-очень объемная. Вот, и как раз мы говорили о возрасте, что чем дольше женщина принимает, значит, кок, тем, конечно же, частота осложнений многих-многих осложнений, ну, как бы многих вот этих сердечно-сосудистых проблем увеличивается. Да не только сердечно-сосудистых, увеличивается риск, например, развития рака шейки матки при приеме гормональной контрацептивы больше 5 лет, увеличивается риск развития рака молочной железы при длительном приеме. То есть много-много, как говорится, других осложнений, несмотря на то, что есть и положительные стороны. Вот как раз положительные стороны – это эстрогенные компоненты, которые начали добавлять в препараты заместительной гормональной терапии, и, значит, женщин, у которых есть, скажем, горячие приливы или других, оказывается, что прием в таких случаях заместительной гормональной терапии может улучшить сердечно-сосудистое состояние этой женщины параллельно с тем, что улучшается, значит, уменьшаются вот эти горячие приливы и сухость влагалища. То есть такое тоже может быть. Но мы сегодня не будем говорить, затрагивать, я думаю, тему заместительной. Да, там совсем другие оценочные вещи. Да. Опера, другой дремучий лес, и там есть свои плюсы и минусы. Вот, и мы, значит... Я бы хотела еще сказать пару слов буквально о риске инсульта. Мы тоже уже несколько раз коснулись инсульта. По сути, там точно такая же точка приложения, те же самые сосуды, только которые находятся в головном мозге, те же самые две основные причины, то есть рост бляшки либо тромбоз. Но по данным рандомизированных клинических исследований, то есть вот проводился метаанализ 11 РКИ, который показал, что риск перенести ишемический инсульт у женщин, которые принимают оральные контрацептивы и курят, в 3,5 раза выше, а риск геморрагического инсульта, то есть кровоизлияния в головной мозг, повышается в 1,5 раза у таких женщин. В остальном все то же самое при оценке риска, как при ишемической болезни. И если я не ошибаюсь, по-моему, 80% инсульта это все-таки ишемический или там меньший процент? А это зависит от возраста. То есть чем старше пациентка, тем больше вес именно ишемических инсультов. Молодые, да, там большая группа кровоизлияний, потому что они вызываются аномалией развития сосудов. Например, наличие аневризм, который тоже никак не диагностируется, если специально не посмотреть магниторезонанс или компьютерную томографию с контрастом не сделать этих сосудов. Поэтому там другие. Опасно повышение кровяного давления, потому что повышается риск разрыва аневризмы. Это тоже важно учитывать, и поэтому нужно быть осторожным и контролировать кровяное давление, если обнаружен аневризм. Да. Но поскольку у нас вот уже почти 45 минут прошло, я еще раз отдельно остановлюсь на абсолютных противопоказаниях с позиции кардиолога. Итак, мы выделили несколько в сегодняшнем разговоре абсолютных противопоказаний. Первое – это наличие сердечно-сосудистого заболевания, то есть поражение клапанного аппарата, врожденный либо приобретенный порок сердца, в том числе оперированный. Наличие легочной артериальной гипертензии – это может быть как самостоятельное заболевание, так и осложнение порока сердца. Наличие уже ишемической болезни, атерогенных нарушений липидного спектра, в частности, семейных форм дислипидемии, и наличие артериальной гипертонии как самостоятельного диагноза, особенно второй-третьей стадии ВОЗ, то есть когда имеется поражение органов-мишеней, или в третью стадию, например, нас определяет наличие у пациентки артериальной гипертензии плюс сахарный диабет, это уже становится третья стадия по ВОЗ с очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений.
Вторая большая группа – это поражение сосудов головного мозга. Это различные врожденные аномалии в Элизии округа. Они сейчас диагностируются достаточно просто при ультразвуковой доплерографии, при транскраниальной ультразвуковой доплерографии. Они также увеличивают риск инсульта. То есть отдельно мы с вами этого коснулись, но отдельно не выделили в группу наличие сахарного диабета. Не любой сахарный диабет – это абсолютное противопоказание. Но если сахарный диабет имеет органы и какие-то поражения, то есть макро- и микрососудистые осложнения, то это является уже абсолютным противопоказанием к назначению оральных контрацептивов. И в отдельную категорию я бы так же, как акушеры-гинекологи, выделила курящих женщин, которые имеют дополнительные факторы риска. Это также является абсолютным противопоказанием к приему оральных контрацептивов. И вот я думаю, что те, кто слушает со стороны наш разговор, пока для себя никаких плюсов гормональной контрацепции оральными контрацептивами не почерпнули. Я бы тоже подумала, что мы затронули большой список противопоказаний, которые почему-то детально не расписаны в инструкции. Там просто написано грубо, или там, и, скажем, инструкция для... Я вам скажу, что как врач, да и вы тоже знаете, что инструкции для врачей — это одно, они детальные, они там на 10 страниц мелкого текста, где ты должен изучить все от А до Я. А инструкции для пользователей — это типа так, они все равно большинство не читают, даже не заглядывают. И, собственно говоря, в этом большой минус, потому что когда открыл, посмотрел много букв, читать не буду, ну ладно. И врач сказала, что можно, типа, если я чувствую на 25, хоть мне там 45, да, значит, мне можно, потому что, ну, типа, вот соседка принимает, и подруга принимает, ничего страшного нет. И рекламирует очень известный блогер, что омоложает якобы яичники и прочее, прочее. Но вот с вашей стороны, это действительно, когда ты слушаешь, ты понимаешь все-таки, как мало мы обращаем внимание на негативную сторону, что это именно лекарства, а не леденцы, которые, леденцы, которые безвредны. Хотя, даже если сделать эксперимент, я всегда говорю, сделать эксперимент, например, взять миску леденцов, положить тарелку, на стол, и, значит, ты, женщина, можешь принимать по одному леденцу там, в день эту конфетку, да, сладкую. Я уверена, что найдутся многие, которые тут же скажут, а что ты, сахар же вреден для здоровья, нельзя вот эти конфеты кушать, это же вредно. Ну подумаешь, одну конфетку, что с ней случится? Нет, это вредно. Но таблетки, гормональные контрацептивы, это лекарства, это стероиды, это как те же другие виды стероидов, те же анаболики, глюкокортикостероиды, это практически одно семейство, очень близкое. И меня просто всегда удивляет, что вот глотать гору таблеток – это полезно для здоровья, в том числе опасные гормоны. Съесть конфетку, упаси Боже, сахарный диабет будет и прочее, прочее, прочее. Менталитет, вы понимаете, в этом как раз большой, к сожалению, минус. И вот то, что вы говорите, мы даже не закончили весь список противопоказаний, которые действительно опасны, и только врач может определить, если врач думающий, и он не назначает направо-налево, он хочет помочь женщине в подборе гормональных контрацептивов. Да. Значит, какие у нас... У меня тоже выписано, чтобы не забыть самые важные. Вот. И мы сказали это со стороны того же сердца, поражение сосудов мозга, гипертония, заболевания почек, конечно же, особенно связанных с почечно-лихорадочным аппаратом, то есть и кровоснабжением, да. А потом еще есть много противопоказаний со стороны как раз различных сосудистых проблем. То, что не учитывается тоже, да? То есть венозных это... вы имеете в виду? Венозные? Венозных? Да. Венозные, конечно, да, учитываются, безусловно, должны учитываться. Если так сильно разграничивать, да, у нас вот не любят доктора быть доктором левой пятки, но тем не менее проблемами все-таки венозными заболеваниями у нас занимаются сосудистые хирурги. Но определить наличие варикозно-расширенных вен или телеангиэктазии или сосудистой сеточки на ногах может врач любой специальности. Поэтому наличие как такового анамнеза тромбоэмболии любого вида, да, или тромбообразования венозного –
может в молодом возрасте подтолкнуть нас к обследованию женщины предметно на наличие какой-то коагулопатии, то есть нарушения со стороны системы гемостаза, гемофилии, например, врожденной, или наличие каких-то системных заболеваний, системная красная волчанка, тромбоцитопения и другой спектр заболеваний системных. Ну, здесь я бы не отнесла это чисто к кардиологическим проблемам, это общетерапевтические или более узкие специальности, сердечно-сосудистая хирургия, флебология, значит, ревматология, гематология, то есть спектр огромный и огромный. Мы отдельно не выделили, но на самом деле в абсолютных противопоказаниях приема препарата есть ожирение, начиная с индекса массы тела свыше 30, представляет из себя достаточно большую опасность в плане назначения оральных контрацептивов, также исходя из общепринятых рисков, то есть у пациентки с ожирением, как правило, есть инсулинорезистентность, преддиабет, повышение артериального давления и нарушение липидного спектра. То есть она автоматически попадает в категорию очень высокого сердечно-сосудистого риска. Поэтому ожирение и избыточная масса тела, мы уже об этом поговорили, наверное, тоже нас заставит не назначить оральный контрацептив, чем выбрать в его пользу. Я хочу сказать, что многие женщины не знают, что практически все медикаменты, в том числе оральные контрацептивы, рассчитаны на идеальную массу тела 70 килограмм. Это в основном килограмм вес добровольцев, которые участвуют в исследовании. Но до 90 это максимум. Поэтому после 90 уже идет вопрос о том, а будет, во-первых, будут ли контрацептивы эффективны, во-вторых, что они действительно начинают повышать многие риски. Но самое интересное, что практически никто не обсуждает вопрос слишком низкого веса, когда, например, идет недовес и практически анорексическое состояние. И в этом случае обмен еще значительно нарушается, и та небольшая доза гормонального контрацептива, которую женщина принимает, может оказывать куда худший эффект, чем, скажем, у женщины, ну, как бы с лишним весом или с нормальным весом. Поэтому здесь тоже как раз вот эта сфера низкого веса, к сожалению, только сейчас начинает изучаться, и у нас нет четких рекомендаций, должны ли назначать женщины, например, рост 170, вес 45-46 килограмм, гормональные контрацептивы, и как подействует вот эта доза, которая рассчитана куда на больший вес, как она подействует на женский организм. Это тоже большой минус. Да. Елена Петровна, а вот можно мне немножко понаглеть и пользуясь тем, ну, я преклоняюсь перед врачами, которые пишут книги, действительно очень важные и полезные для пациентов. Я сегодня задавала подписчикам вопросы к эфиру и получила несколько интересных вопросов. Вот если позволите, можно, можно ли их обсудить? Вы немножко уже коснулись, вот у меня был такой интересный вопрос. ВМС Мирена приведет ли к сердечно-сосудистым рискам, повышенному холестерину и камням в желчном пузыре? То есть вы сказали, что накожные формы и те препараты оральных контрацептивов, которые проходят метаболизм через печень, они менее вредны. А если препарат не проходит метаболизм в печени, то есть являются лекарствами, а не пролекарствами. А если вводится внутриматочная спираль, да, как она называется, ВМС, это же спираль, да? Мирена, она, по-моему, гормональная. Она гормональная, но ее эффект тоже рассчитан на местное воздействие на эндометрий, то есть она в первую очередь ухудшает эндометрий. Конечно же, часть препаратов всасывается кровь, и, конечно же, проходят обменные процессы, но как раз Мирена меньше всего оказывает эффекта именно на сердечно-сосудистую сторону, потому что, еще раз повторю, основное действие будет местным, несмотря на то, что есть гормональный препарат. То же самое касается, вот я тоже удивилась этому, но я изучала эту тему довольно-таки глубоко, вот когда, например, женщина мигрень, да, или там периодически повышается, я, наверное, не могу принимать гормональные контрацептивы, мне хуже,
одним из рекомендаций может перейти на пластырь, потому что пластырь действует через кожу, и несмотря на то, что часть тоже обменивается, как бы проходит через печень, все же, связываясь с белками, этот гормон доносится до гипоталамо-гипофиза, где подавляется. То есть есть другой механизм воздействия, и поэтому вот эти новые формы, которые появляются, они действуют по-другому. А вот инъекции, точно так же, как системные, они всваиваются в большем количестве, потому что они попадают в большее как бы общее русло крови, mm-hmm. они попадают в печень, и поэтому инъекции вызывают куда больше побочный эффект тоже, и поэтому это тоже может привести к повышению давления и другим побочным эффектам. То есть я думаю, мы идем в сторону поиска различных альтернатив именно в виде формата гормональных контрацептивов, которые могут подходить тем женщинам, ну, скажем, которым неприемлема таблетированная форма. Угу. Спасибо большое за ответ, Елена Петровна. То есть в целом мы говорим о том, что внутриматочная спираль, даже гормон содержащий, она достаточно безопасна. Кстати, возвращаясь о том, что мы сейчас всех застрашили и напугали, нужно сказать, что основная масса клинических исследований, которая продемонстрировала негативное влияние, в том числе фатальные какие-то вещи, инфаркты, инсульты, все-таки это были препараты прошлого поколения. Да, там, где была высокая дозировка этинил-эстрадиола выше 50 микрограмм. В настоящее время препаратов с содержанием эстрадиола больше 30, наверное, да, не существует. 30-35 в среднем. 35 Дианы, хотя ее как бы отказались во многих странах. Регулон, например, ряд других старых препаратов. К сожалению, сейчас как раз Россия и вот наши постсоветские страны являются хорошим полигоном для сплавления всего того, от чего отказался Запад. И это минус, потому что это дешевые препараты. Например, регулон назначали направо-налево, то есть он был дешевый. И когда женщина говорит, это очень старый препарат, ну, то есть уже, как говорится, еще первого поколения или какого-то, что вам нужно перейти на что-то новое, мне говорят, а все новое подороже. Поэтому мне подходил регулон, потому что он был дешевле, и он как бы воздействовал по годам. Это большой минус как раз в ценах, потому что цены будут, наверное, цены будут там очень важным таким триггером, какой препарат выберет сама женщина, а не то, какой препарат ей подойдет, увы. Да. Да. Да, здесь вот еще такой был вопрос, на который хотелось бы ответить. Как предупредить тромбообразование при приеме оральных контрацептивов? Тромбообразование при приеме КОК невозможно предупредить. То есть мы не будем назначать дополнительную таблетку, которая влияет на гемостаз, если пациентке назначены оральные контрацептивы. Здесь мы скорее решим вопрос пользу выбора другого какого-то метода контрацепции, чем будем дополнительно подвергать риску и назначать какое-то лечение. Специально мы данной проблемой у пациенток не занимаемся. Мы скорее отменим. Если мы говорим профилактика как бы прямая и косвенная, и косвенная — это как раз изучение факторов риска. То есть даже по семейному анализу, по семейному анамнезу, то есть история вот это, кого что было в родителе. И у меня было тоже пару случаев, когда, собственно говоря, мы определили высокие риски только потому, что у родителей были действительно инсульт, инфаркт очень молодом, ну, скажем, именно до 50 лет возрасте. Ну, и я других, там еще брат, сестра. Получается, что вот эти генетические факторы играют, они в основном играют роль образования вот этих тромбофилий и образования тромбов, коагулопатии и прочего. Значит, задача врача определить, есть эти риски или нет. И профилактика будет как раз объяснить женщине, что у нее высокие риски, потому что в роду это есть.